Это мероприятие проводится с 2016 года. В этот раз с 5 лет у нас есть условия, ребенок должен быть обязательно прийти с родителем. Родитель пишет там заявление, что он не против. Но по большей части 5-летние дети, это, как правило, спортсмены клуба «Ярополк», которые постоянно ездят купаться. Основная цель данного мероприятия – еще раз показать людям, что закаливаться нужно. Это один из таких, знаете, подмоментов здорового общества. Мы выйдем от Сахалина до Калининграда и обольемся.